Так. Куда теперь-то? А, вот сюда. А тут назад, если что, можно залезть, я так понимаю. Я все там собрал-то, не пойму. Вроде все нормально. О! Гранатку нам тут оставили. Или что это такое? Да, вроде гранаты. Вот тут что-то я еще видел. Так, нормально. 300-ка. Так, ну что тут еще-то? А, вот у нас тут еще ящички есть. Но... О, деталь. Мало, мало деталей. Очень мало они дают. Хотя бы ловушки давали тогда. Зачем я это сказал? О! Так, кстати, давайте используем сразу шприц. Вот шприцов у нас меньше становится. Я уже как... Офигеть! Ё-моё, я... Слушайте, сейчас... А, блин. Походу же... Никак, да, назад? Мне жалко, назад уже никак, все. Я пропустил там ящики, ну как же так-то не заметил? Вон они стоят. Да, ладно. Ну, если только заново начинать, но я не вижу, конечно, смысла, это я так шучу. А это нафига? А, ну да. Ну, и здесь было закрыто раньше. Так, так, так. Генератор опять здесь. Спичка. Спичка лишней не бывает. Включаем. Нажимай, да? Да, один раз надо нажать, и все, пробил. О! Заработало. Йо! Офигеть! Да ладно! Давайте, надо валить отсюда, походу. Ну, не отсюда, а с этого места. Ёп, чуваки, вы меня что так запрессовали-то? Офигеть, отлетел. Берем дробовик. Нет, там берем пистолет сначала. Раз. А, все, с него упало, все, зря поджег. Ой, а он жив еще. Когда что уже сдохнешь? Кто-то палит еще. Чувак там развлекается. Да, ребята, ну... Что ж с вами делать-то? А их что, не пробивает, что ли, или что? Шприц давайте, блин. Он последний остался. Так, ну что с ними делать? Гранаты, может? Сейчас на следующем. Следующий рывок будет. Нормально. Все, пошли их кромсать. Если еще живой есть. Ага. Так, от такого-то взрыва живой останется. А тот палец все равно. Ни хрена за них не дали, блин, офигенно. Может, потому что они разрывались, но... А, вот тут есть у нас что-то. Патрончики. Не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, на пистолет, да, именно так. И у нас здесь, по-моему, еще наверху что-то было. Нет, у нас здесь...
Слушайте, это, по-моему, брони какая-то бойная маска. Придется с ним по традиции разобраться, так сказать. Ну все, иди сюда. Куда? Бам! Мамс. Перезарядочку делаем. Ну что-нибудь с него дадите, а? О, шприц. Ну, хоть что-то. Давайте сразу же используем. Так. Нормально. Пистолет мало патронов. Что-то как-то неэкономнее. Ну, зато на других оружиях много. Относительно. О! Офигенно нам дают тут. Просто нагинайся. Собирай. А, все, погнали. Ну все, я вижу бочки, я вижу. Ха-ха, легко и просто. Ну-ка давай. Да ёб! Зашибись. Вообще в башку бы его замочил сразу. Где? Я не вижу. Ёб. Да ёб! А, в факел попали. Нормально. А чё они... А, вот тут опасный. Это ничего не сделает. Ну, не должен. Ах ты ёпта! Ёп! Офигеть, слушайте. Блин, не рассчитал, а. Да че как лох сливаюсь, а? Все, сейчас затащим быстро. Все быстро сейчас сделаем. Так, берем все тут. Это, вот это. Вот это, вот это. Все, давай, иди сюда. Кто тут? Ну давай, выходи, а? Кто? Я готов. А, вот этот. Бамс ему. Да ёп! Эту бочку мы уже все знаем. Все, тех сейчас со снайперкой, наверное, придется. Кто еще? Я не вижу. А, он бежит. Гори! Чего не горишь-то? Все, все, все удерживал, я удерживал. Все, этого. Забагался, что ли, ничего не чистит. Вот этот опасный чувак. Да, все упал. Блях, муха. Твою дивизию. Патрон 0. Боевика, может. Где еще-то, я не вижу. А он. Нормально, отработали. Случайно слился я. Проиграл что-то как-то, как лох. Буквально просто. Просто случайно. Просто замешкался, видимо, либо не заметил. Это все из-за того, что там факел кинул козел один. Чё? Ой, у нас же пистолетик это новый есть, чё его не трачут? Надо попробовать тогда. Оп. Так, вот тут у нас... Тут у нас завально, а вот тут у нас может быть что-то интересное, нет? Да, баночка здоровенная у нас тут. Так, ну чё у нас тут? Да, не перелезть. Кстати, насколько банка была? На 1000, что ли? Я не обратил внимания. Что-то... Я просто понял, что банка здоровая, значит, нормально дали. Так, ну что тут у нас? Там у нас что-то есть. Офигеть! Какого фига? Как туда забраться?
Да ладно. Да вы смеетесь. Зашибись. Обожаю, блин. Так, стоп. А, вот выход. Так, у нас труба. Трубень. Так. О, блин, да ты что делаешь-то? А что это такое? Автомат прям. Блях, мух какого? Она пиликать начала, я же испугался, думал сейчас. Блин, да что за фигня? Еще раз пробуем. Или нельзя уже, все? Реально нельзя. Да ладно, ну почему нельзя-то? Странно, ну ладно. Видимо, один раз просрал. Так, ну ладно.